Авария произошла в четверг во второй половине дня на улице Семенюка, прямо напротив торгового центра «Юность». Со слов участников ДТП, водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением. Его неожиданно ослепило солнце и врезался в другой автобус, тоже пассажирский, но поновее. Из-за резкого толчка сзади второй автобус проехал вперед и столкнулся со стоящим перед ним автомобилем «Шевроле Авео». Когда на место аварии подъехала машина ГИБДД, с места происшествия уехала скорая помощь. Она увезла пострадавшего пассажира одного из автобусов. В момент толчка девушка, сидевшая в протараненном сзади автобусе, ударилась головой о впереди стоящее пассажирское сиденье. Девушка. А сколько лет? Лет 30 такая. А что у нее, сотрясение? Ну, голова, не знаю, там врачи определят. Ударилась, да? Да. Одна пострадавшая? Одна. Медики осмотрели девушку, удар по голове оказался не сильным. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, и затем ее отпустили домой. Из техники больше всего пострадали оба пассажирских автобуса. Причем автобус, атакованный сзади, его коллегой по автоколонии 1784, был совсем новым. В Дмитров он прибыл в сентябре этого года, и его только-только обкатали на первом его трудовой карьере маршруте. И вот знакомство со старшим поколением дмитровских автобусов состоялось. Сейчас ведется административное расследование с выяснением точной суммы ущерба, нанесенного участникам дорожно-транспортного происшествия. Также к делу будут прикреплены данные медицинского обследования пострадавшей в результате аварии пассажирки автобуса.